Так, друзья, я вновь рад вас приветствовать на нашем канале. Мы продолжаем наше прохождение XCOM Enemy Within. И как вы помните, у нас нынче предстоит тяжелая операция, рекогносцировка, по которой особо у нас данных нету, но мы все ее знаем по прошлым нашим прохождениям. Так, состав я вам уже в комментариях выкладывал, какой пойдет. Что я тут единственное пересмотрел, меня убедили ваш комментарий по поводу нашего разведчика. Разведчика я экипировал лазерной винтовкой. Также ему поставил модуль прицеливания, увеличенные магазины, что даст ему способности к выстрелу одиночными или очередью побольше делать. Плюс модуль прицеливания шанс на крит увеличит. А меткость у него и так, в принципе, нормальная. Так, ну все у нас экипированы в легкую броню, которая нам дает мобильность. Бестия у нас как штурмовик побежит, наверное, нажимать на кнопочку, так это и будет, скорее всего, у нее 14 или 15, сейчас посмотрим. Так, 15 мобильности, больше, чем у всех, как минимум на единицу. Ну что ж, вот в таком составе начнем. Начнем в таком ракурсе, что... Сначала я вам будем проходить так, как нужно, постепенно, с комментариями. И как только дойдем до такого момента, что у нас начнется так называемый день сурка, то там вы уже, скорее всего, будете наблюдать монтаж попыток до того момента, пока у нас более-менее ситуация не стабилизируется. И дальше уже продолжим с комментариями, как положено, довершать наше задание. Так, ну что ж, давайте начнем познавать боль. Кстати, гранаты из экипировки я исключил. Садимся. Думаю, это будет нам полезнее, дополнительные магазины и всякие такие фичи, нежели гранаты. В принципе, гранаты нам нужны для так называемых рыбок висячих, чтобы их разбомбить. Но их 3 активных, на пути будет всего 2, так что, в принципе, это не критично. В конце концов, у нас есть ракеты на всякий случай. Следующая операция пройдет в Канаде. Ну, оперативники вроде бы не падают духом, но нервничают, стучат ногами, там проверяют связь. Окей, высаживаемся. Командир, нас просят исследовать происходящее в районе рыбацкой деревни на острове Ньюфаундленд. Местные власти приняли сигнал бедствия с корабля, а потом связь пропала. И с кораблем, и с деревней, и со спасателями. Группе «Штурм-1» следует отправиться туда и обследовать местность. Попробуем выяснить, что произошло. У нас новая задача. Так, ну что, центр мы услышали. Как бы все ясно, понятно. И сейчас будем двигаться потихоньку. План такой нам. Сейчас вот по этому кругу продвинуться поверху. Зачистить деревню, не доходя далеко, чтобы у нас не было отклика от корабля. Потом отойти немножко и спуститься на вот этот вот левый фланг вниз. Здесь висит рыбка и крисолиды бегают. Их вот возможно выманить. Как мы помним, у нас по предыдущим миссиям, что нынче теперь на звук уфошники выманиваются. Возможно, нам в этом плане повезет. И потом уже, когда здесь все будет чисто, в этом районе перед кораблем, заводим Тараса вот туда вот за здание, чтобы он на готовности был. И как только обнаружим корабль, им бежим, а эти оперативники у нас будут стоять либо где-то здесь в доках, на верхушках кораблях, либо здесь вот на рынке, и уже прикрывать Тараса от наступающих крисолидов. Так, ну что ж, давайте потихоньку начнем. Поняла вас. Уже иду. Так, 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 так. Давайте Чилонга тоже сюда подведем. Я пошел.
Окей. Так, что делаем теперь? Что делаем следующее? Штурмовиков. Нашу штурмовую группу. Я их буду так называть штурмовиками, хотя они, конечно, и пехота. Расставим вот здесь. Я, насколько помню, там из дверей выходят, чтобы они смогли ответить. Так. Рубкин, давай-ка сюда вот напрямую, пока встанешь. Так, Сандерс, давай сюда. С этой стороны подприкроешь. Ну и огонь из гранатомета на всякий случай вот сюда поставим тебя, чтобы и там просматривал. Так, давайте этот ход ждем потихонечку. Особо, так сказать, не двигаясь. Уже шум крисолидов, нифига себе. Крисолиды. Для мирного населения этот вид пришельцев опаснее любых других. Если они распространились по региону, надо как можно скорее отыскать их источник. У нас новая задача. С ним разобрались. Черт, враг еще дергается. Так, одного сняли, это хорошо, нехорошо, что вот это вот началось с самого начала миссии. Это засада еще какая, я не был к этому готов, что вот так вот они сразу набегут. Совсем не та миссия, ребята, которая была раньше. Так, меткий выстрел, давай-ка. Так, отлично, попали. Ребятки, прикрываем. Так, добежит эта тварь очень далеко. Окей. Спешу. Три даже? Ни хрена себе, ребята. Вы издеваетесь. Окей. Окей. Давай-ка сюда. Да, командир. Так. На пятерочку включаешь. И ракетой давай жахай. 1,9 отклонения. Что значит выстрел заблокирован? Ты мне вот это, блин, завязывай. 1,7. 1,8. Давай. Ура! А это что? Отлично. За хрень? Штурм 1, нейтрализуйте ее. Узнайте, откуда лезут твари, пока не поздно. Так, что там еще за хрень? Видимо, увидели. Как его? Что ж такое? А, вот, зомбака. Тоже ходит далеко. Ну ладно. Так, Тарас. 98, 54. Так, 100% огонь. Есть контакт. Так, еще выстрел. Отлично. Тарас, ты меня просто радуешь. 60% по тому. Так, давай туда. Отлично. Так, Чивонг, два выстрела, 91. Давай, достреливай. Супер. Конец, мерзавцы. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, штурм, 92% достреливай. Молодчик. Спекся. Так, окей, Чивонг. Стоишь на бою на прикрытии. Так, Лео. Если выйдешь вот сюда, увидишь его? Увидишь. Давай, работай. Супер. Так. Так, так, так. Так, Сандерс, давай сюда за полчаса, а то укрытие у тебя разбили. В боеготовность. О как. Мимо. Плохо, Сандерс, плохо. Поправка на ветер. Ну куда же вы? Ой-ой-ой-ой-ой. Засада.
Кто еще кто-то оттуда бежит? Еще зомбак с этой стороны. Ребята, это засада просто. Это засада. Так, ну что делать? Пятерочку. 0,7, да? И Сандерса цепляешь, да? Сандерса убирать срочно. Срочно убирать Сандерса. Так. Сандерс сюда. Фух, пока стой. Так. Так, так, так. Ну-ка. Пятерочкой. 0,7 отклонения. Давай попробуй. Будет жарко. Есть контакт. Так. Отлично. Оперативники. Пока стоят. Так. Снайпер. Снайпер. 87, 100% потому, 100% поэтому. Давай вот поэтому он у нас, скорее всего, виден только тебе. Работай. Отлично. Конец лунатику. Отлично, так. А, давай, Сандерс. Только его видишь, да? Так, пока тогда стой. Нильсон поработает. Первый выстрел, Нильсон. Так. Так, так, так. Кого у нас еще видишь? Видишь нижнего, да? Давай нижнего сноси. Супер. Объект отлично, отлично. А, так. Чилонг. Плохо, что никого не видишь. Хорошо. Давай тогда... Чилонг, что у нас делает? Чилонг у нас вот сюда вот выйдет. Вы двух видишь, да? Того и того. По 100% обоих. Стреляешь в Крисолида. Отлично, Чилонг. Так, Лео, у тебя два выстрела, работаем. Первый вошел. Пока нет, Лео, пока нет, не спеши. Так, недострел. Окей. Сандерс, перезарядка. Так, и Тарас. Ну, давай. Не подведи. Супер. Этот готов? Он даже не прочухал, что его плоть разрушилась. Так, и... Так, Тарас, перезаряжай дробовик. Да, ребята, жарковато. Еще? Ну, судя по всему, да, еще. Так, откуда вот только, непонятно. Давайте пока быстро перезаряжаемся. Всеми возможными способами. Так, Сандерс на боеготовности стоит, алкоголик. Давай сюда вот, тоже в боеготовность. Так, пехота перезаряжается. Тарас в боеготовности. Так, еще оттуда бегут, да? Я что-то слышал. Окей. Ну что ж, народ, в принципе, если они будут вот так вот оттуда набегать, мы, в принципе, здесь их всех перестреляем. Мы уже более свободно будем двигаться в ту сторону, это тоже хорошо. Так, два зомбака у нас отсюда. Вроде бы пришли и больше не собираются, да, приходить. Давайте-ка Лео вот сюда вот зайдет. Так, чтобы видеть команду. Так. Так. Давай-ка. У нас тут... Ты за одним укрытием, да? Давай продвинься. Поняла вот сюда. Вас.
Никого не видишь, окей. На боеготовность. Тарас. Давай сюда за полчаса. В боеготовность также. Чего он в боеготовность? Так, снайперы наши, снайперы. Давай-ка пока мы перезарядим снайпера, пока есть возможность. Пистолет тоже пригодится, возможно, в дальнейшем. Так. Ну и давайте Сандерса, наверное, выведем сюда вот. Он у нас подальше видит. Так, слушаем. Так, это что это такое вот? Что за звук новый был? Не нравится мне все это, ребятки. Ох, как не нравится. Так. Окей. Здесь у нас конец причала. Вот эта рыбка. У нас осталось две ракеты. И обе просто разрывные. Надо было взять еще... вернее, осколочные. Надо было взять еще одну фугасную. Не знал я, что так дело повернется. Так. Ну окей. Делать нечего. Придется бежать вперед. Давай, Тарас. Иду. Сюда продвигайся. Что-то подвисла игра. Непонятное что-то происходило. Так. Ладно. Двигаюсь на позицию. Штурмовую группу вперед. Пока что ничего, да? Пока что ничего. Так, чего мы давай сюда поближе? Окей. Я пошел. Так, тебя сюда. Алкоголик за полщита. Снайпера давайте ближе подводить. Выхожу. Так. Ну и, соответственно, Убил. Ближе Лео тоже. Ждем. Там что-то есть. Слышу голос из ужасного далека. Фух. Он зовет меня в ужасные края. Слышу голос и манящая дорога. Та дорога, по которой бегал я. Фух. Так. Ну что, ребятки, посидим или подвигаемся? Вот задача. Так. Лео, переместишься? Давай. Занимаем круговую оборону. Так, ракетчика нужно двигать куда-нибудь ближе к краю, думаю. В два счета. Штурмовую группу вперед. Окей. Так. Сандерс, давай сюда. Операция называется рекогносцировка. Вот у нас и будет вечная рекогносцировка. Понял. Так, окей. Спешу. Все, пока не двигаемся. Ждем шум оттуда. Значит, наверное, придут. Суетятся, суетятся, но пока что не видно, да? Хорошо, хорошо. Так. Ну что, может, Тарасом сбегаем и обратно? Двигаюсь на позицию. Я, конечно, не рыбак, но с этой акулой явно что-то не так. Так, что явно что-то не так, это мы знаем. Теперь, что мы можем сделать на данный момент?
Сделать мы можем следующее. Подойти вот сюда вот. Выстрелить в эту гребаную акулу можем? Не достреливаем, да? Окей. Ладно. Тарас. Блин, рискованно тебя здесь оставлять. Попробовать оставить или не попробовать не оставить? Мог же добежать, если вдруг чего. Давай-ка, наверное, все-таки вернись вот сюда. Поехали. Так, двух рыбин видим. Окей. Снайпера. Снайпера. Давайте вот сюда. Вот. Так. Сандерса сюда. И в боеготовность. Окей, теперь оттуда слышим. Это что за звук? Вот они, твари. Так. Осталось пары. Что новенькое? Это по части доктора Вален. Вряд ли одного кристаллидова кули хватило, чтобы захватить целый город. Высматривайте, где еще могут гнездиться крисолиды. Блин, плохо, Сандерс, плохо. Промахиваться здесь нельзя. Только боеприпасы тратишь. Ребятки, вы что? Еще дергается. Так. Я не вижу, где еще народ. Так, давайте снайпер сначала. Хотя нет, снайпера оставим напоследок. Так, бестия. Пока сиди. Отработают штурмы. Вернее, пехота. Так, Лео, ты тоже, блин, близко сидишь. Давай, наверное, Сандерс сначала. Отстреляет. Так, есть попадание. Там их было 3, да? Одного убили, 2 осталось. Вроде так, если я со счета не сбился. Чего он, молодчик? Так, есть кому стать на боеготовность. Отлично. Так. Тарас. Тогда делаем так. Ты сидишь на боеготовности. Все остальные тоже. Снайпер, такая же фигня. Никто не двигается. Сейчас повылазит снизу. Я в этом уверен. Еще и зомбак. Нет, по зомбаку не стоит палить. Ну что ж ты творишь? Крисолиды тут рядом. Ребята, не тратьте патроны на него. Он медленно передвигается. Два зомбака. Что-то зомбаков много. Крисолит. Промах плохо. Лучше бы по ним попадали. Есть попадание у снайпера. Отлично. Лео, давай. Супер, молодчик. Так, ну что у нас тут? Так, снайпер видит. Давай, меткий выстрел. Ну, хрупкий наша обезьяна, давай, вперед. Отлично. Так. Кто еще из вас? Чего он видит, да? Давай, работай. Молодчик. Я вне игры. Ничего страшного, у тебя есть перезарядка на втором ходу, отлично. Так, кто еще? В строю. Пока что без перезарядки. Так. Алкоголик, давай-ка
пока в боеготовности. Нильсон тоже. Блин, ребята, 3 выстрела по нему, ну зачем? Допрыгался. Мимо. Мне стрелять нечем. Так, ну хорошо, что больше пока никого нет. Перезарядка. Время убивать. Перезарядка. Перезарядилась. Боеготовность. Перезарядка. Перезарядка. Я снова в строю. Кажется, мы здесь не одни. Еще 3, 4. Мимо, челонг, плохо. Мимо. Так, отлично, Тарас. Супер. Этот готов. Так. Алкоголик. Пора. Давайте-ка Тараса отведем. Ребятки, что-то я очкую. Уже иду. Окей, вот сюда. Так, теперь алкоголик. Ой, перемахнул через тебя, ничего страшного. Вернемся. Так. Сколько у нас тут? 1, да? Даже 0,9 вот так вот. Нет, лучше вот сюда. Давай, делай, красавчик. Красавелчик. Действительно россыпью. Так. Так. Снайпер. У кого там побольше хп? Вот у тебя, да? Арбайтон. Супер. Перезарядим. Не очкуй. Я сам очкую. Так. Лео, пока сидишь. Челонг. 2 выстрела есть. Арбайтон. Первый пошел. Так, по дальнему. Второй пошел. Отлично. Этот вне игры. В курсе. Так. Давай. Новичкам качаться надо тоже. Окей. Этот нам больше не помешает. Так, боеготовность. Тарас, соответственно. Так, ну что ж. Давайте, давайте, подходите. Я знаю, вы там. Зомбаки же вроде еще были, или мы их расстреляли. Что-то я уже запутался, кто где был. Так, крисолидов пока что всех положили, да? Окей. Перезарядка. А челонг, молодчик сегодня. Да все сегодня молодчики. Можно перезарядка. Начинать. Промахи, конечно, есть, но они не критические, не летальные. К бою готово. Давайте пока тишина, всех перезарядим, кого можно. Готово. Так, а кто может, остается в боеготовности. Не спешим. Кажется, мы здесь не одни. Да ты чё? Бестия. Я в курсе, что мы здесь не одни. Тут, кажется, вообще засада. Так. Ну, оттуда, со стороны корабля, вроде бы весь их потенциал мы отработали. Единственное, вот тут только с рыбы, я не знаю, выпрыгнул или не выпрыгнул. Возможно, мы ее просто не видим пока. Так. Ну что, Тарас? Заберешься вот сюда? Ясно. Глянешь? Если увидишь, конечно. Никого не видишь, окей. Так, Лео, нам надо выглянуть. Пробежишься? Такой проброс небольшой. Спешу. Так, штурмовый отряд перебросим, новость. Считайте, я уже там. Ну это здорово, челонг. Так. Иду. Выполняю. Ну вот и отлично.
Так, снайпер, тут стенки нету, все видит, в принципе. Ждем. Думаю, нас уже почуяли крисолиды. Блин, там топчется. Надо как-то подманить. А как подманить? Ну-ка, раз на две клеточки сюда. Поближе встань. Там кто-то есть. Зомбак. Лукай. 48%. Подожди. Роднули. Опа, Рубкин в теме. Ты молодчик, Рубкин. Меткий выстрел. Супер. Так, ну все, остальных просто в боеготовность. Пусть идет, роднуля. Тут мы его встретим. Тарас, ты прям первый его встретишь. Я чувствую. Нет, Лео первый. Ну ничего страшного. Отлично, так, кто стрелял и не перезаряжался, перезаряжайтесь. Тут патроны нам нужны на каждом ходу. Остальные пока на боеготовности прикроют. Так, ну судя по тому, что я вижу, что ход передается быстро, мы вычистили гавань. И теперь вот нам нужна конкретная рекогносцировка, потому как... Так, пойдут оттуда. Просмотр нужен колоссальный. Снайперов на высокую позицию. Думаю, куда-нибудь сюда вот Рубкина определить. Единственное, что он, возможно, не будет видеть вот эту вот низину. Так, окей. Давайте потихоньку подходить, что ли, в ту степь. Так, Тарас у нас остается здесь. Он будет подходить с обратной стороны дома потом. Главное сейчас не так близко подойти к кораблю, чтобы нам не сказали, что типа ой-ой-ой, этот кораблик... засада и так далее. Так, ну судя по всему, эта рыбка распотрошена, раз она вот так вот отмечается или нет, не пойму я, отработал скрипт или не отработал. Так, выдвигаюсь. Подводим штурмбригаду ближе. Да, командир. Спускаемся вниз на свой страх и риск. Так, Лео, давай вот сюда вот. Окей, пока заседаем. Так, тишина. Корабль уже вот. Так. Тарас. Тебе как бы... как бы нужно подходить, спешу. Да? Так, окей. Следующий ход туда дальше. Продвинешься. А нам нужно закреплять пока позиции. Так. Так. Скоро буду. Рубкин. Туда же, наверное. Или не туда же. Да. Ясно, туда же злого алкоголика. Так, а здесь будем ближе спускаться. Возможно, у нас... обнаружит. Так, если мы вот сюда вот поднимемся,
Пока тишина, да? Окей. Окей, тогда. Этими оперативниками, наверное, надо будет стать поближе. Хотя, в принципе, они отсюда. Может их отсюда не двигать, снайперскую группу и гранатометчика поставить сюда. Всех остальных здесь. Сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Так. Лео, давай сюда. Так. Так, 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 так. Давайте пока боеготовности побудем. Лишним не будет. Тишина. Так, отлично. Окей. Что делаем тогда? Так точно. Сюда Сандроса ставим. Сюда Рукина. Так, штурмов здесь. Ракетчик, ракетчик. Блин, опасно это все затея. Так, давайте ясно, сюда. Иду на точку. Главное, корабль сейчас не засветить. Штурмовая группа, наверное, вот здесь вот будет. На прикрытии, если вдруг чего. То мы тут. Так. Тарас. Пока сюда. Выполняю. Пока сюда. Так. Ждем. Так, слышим. Что там за звук? Слышим, слышим. Это не есть гуд. Датчик сюда. Сканирую сектор. Этот корабль не просто сел на мель. Похоже, он потерял управление. Сдается мне, это и есть источник крисолидов. Хорошо, что это не круизный лайнер. Так, корабль увидели. Это уже плохо. Теперь нужно как можно ближе и быстрее двигаться Тарасом. Давай вперед. Все остальные в боеготовности. Если что, по первому же признаку обороняемся и рвем отсюда нафиг когти. Так, датчик пока здесь. Там никого не видим. Тарас пробегает как можно дальше. И несмотря... Вон в ту дырку. Похоже, источник заражения найден. И дела еще хуже, чем мы думали. Если крисолиды и правда используют кита в качестве улья, неизвестно, сколько еще потомства они могут произвести. Штурм 1. Наши датчики показывают, что пришельцы в трюме этого корабля. Да-да-да. Думаю, скоро к вам пожалует много гостей. Подручными средствами не отобьетесь. Что нам нужно, так это удар с воздуха. Да-да. Если вы сможете снова запустить передатчик корабля, мы определим точное местоположение и жахнем по нему ракетой. У нас новая задача. Мы почти там, ребята. Мы почти там.
Прикрытие, ребята, прикрытие. Это откуда там это звук? Что за звук? Замечена группа противника. Только не наверх. Окей. Так. Рывковое движение. Сейчас делать или не сейчас? Вот в чем вопрос. Думаю, наверное, лучше пока не сейчас. Сейчас пока лучше добежать как можно дальше. Есть, выполняю. Главное не спалить-то раз. Вот так вот. Фух. Окей. Прикрытие, работаем. Датчик сюда. Как можно дальше и ближе к двери. Сканирую. Отлично. Так. Ты пока стоишь. Или выйдешь, выманишь крисолидов на себя, хотя нафиг. Стоим. Думаю, сейчас из дверей будут выбегать. Идут, да? Так, пока что никого не видно. Окей, Тарас. В таком случае... Где эта хрень у нас находится? Поняла вас. Активируй. Передатчик корабля активен. Сигнал есть. Шевелитесь быстрее, штурм один. Там все вот-вот взлетит на воздух. Кто останется в зоне удара, покойник. Задание изменилось. В курсе, мама писала. Так, Тарас, даже если с рывком не успеешь, да? Добежать до туда. Поэтому пока что просто на боеготовности постой там. Так, а здесь кто-то же его видит, или его пока то, что только этот сканер видит. Так, окей. Ладно. Ты попадешь вот сюда вот, чтобы, так сказать, отвлечь. Давай. Ура! А вот сейчас будет больно. Окей. На остальные в боеготовности. Так, снайпер поближе, наверное, вот сюда вот. Давай, давай, телепайся. Отлично. Ты куда пошел, Крисолида выплевывать пошел. Понятно. Так, Тарас. Блин, это жесть. Поняла вас. Кого видишь? 68. Ну еще пока не выплюнула. Сюда спустишься, если будет засада. Так, кто-нибудь. Окей. Подойди сюда. Слушаюсь.
Работай. Так. Если сюда спустишься, увидишь. Не увидишь. Ладно, пока в боеготовности. Нет, ты на боеготовности стой. Так. Плохо дело, плохо. Давай сюда же. Так точно. Работай. Больше есть, не успел присолиду выплюнуть. Так, остальные стоим. Блин, промах, Тарас. Ёлки-палки, отвлек его. Сейчас можно на тебя побежать. Мимо, хреново. Поправка на ветер. Еще упрыгивает. Еще упрыгивает. Так. На данный момент нам военствующий оперативник Тарас. Докуда сможешь добежать? До сюда, да? А поближе как-нибудь? Нет, никак. Окей. Пора убивать. Пора убегать. Координаты получила. Моя готовность. Так. Кого видишь? Работаем. Так, тут сколько ходов? Хода 4. Ну, да? Этот готов. Ты давай вали отсюда. Выдвигаюсь. Так, вы пока на прикрытии, на всякий случай, если до нас доберутся. Тварь, смотри какая. Молодчик, Тарас. Рубкин, давай. Я в тебя верю. Супер. С ним разобрались. Так, там еще один. Окей. И еще вылазят. Двое. Опаньки. Вот они, граждане Непала. Отлично, ребята. Еще бы заднего. Так, Рубкин, 100%. Давай, точный выстрел. Молодчик. Так, кто еще отработает по задам? Ты его не видишь? Вот отсюда. Иду. Я в тебя верю, давай. Молочится. Так. Объект выведен. Тарас. Ты просто без зазрения совести сейчас вали, есть, куда выполняю. Глаза глядят. Беги просто. Не останавливайся. Беги, Форест, беги. Так. 6 ходов. Пока сидим. Пока сидим, прикрываем, если что, наши верхушки. А здесь ты перезарядка, ты боеготовность. Есть попадание, отлично.
Еще выстрел. Молодчик. Прощай. Боезапас. Перезарядимся. Хотя сейчас кого перезарядимся? Валить будем. Так. В принципе, все, да? Тут отстрелялись. 5 ходов. Надо успеть. Так. Тарас сюда. Есть, выполняю. Пока оставайтесь на месте. Тут требуется перезарядка, поэтому валим пока что. Главное сейчас не опростоволоситься в ходах. Да, сэр. Ну вот у нашего тяжеляка только, конечно, ракетчика мало ходов. Ясно. Уже двигаюсь. Так, в таком случае вы пока на прикрытии. Валим, валим отсюда, Рубкин, валим. Так. Лево переходи чуть подальше и прикрытие. Сейчас нам уже не важно, сколько их откуда полезет. Главное добежать. Штурм 1. Удар с воздуха будет с минуты на минуту. Двигайтесь к точке эвакуации, пока не поздно. Курси. Центр. Мама писала. Не то, что писала, телефонограмму отправляла. Лечу туда. Говорит, валите отсюда быстрее. Так, пока сидите. Ты у нас здесь. И перезарядись пока что. Готова. У тебя время еще уже есть. Так. Рубкин. Вперед. Так, кто еще на подходе? У нас... Бегу. Сандрас. Так. Алкоголик. Понизу пойдешь. Мига. Понизу вроде как быстрее получается. За 3 хода, думаю, успеешь. Так, ну что, ребятки, отступаем. Не вопрос. Конечно, не вопрос, чувак. Так. Помаленьку, потихоньку. Эй-эй-эй, пока продолжаем. Не все еще в точке эвакуации у нас. Что там за звуки? Работайте, парни. Отлично, чего, красава. Уничтожен. Как и следовало ожидать, забыл добавить. Так. Вас Сандрес. Понял. Перезарядка. За дело. Молодчик. Так, алкоголик, вперед. Ты уже в шаге от эвакуации. Ты у нас станешь на боеготовность. Мало ли чего. Вдруг чего, а мы без каски. Двигаюсь на позицию. Так, Тарас тоже. Боеготовность. Так, кто еще остался? Рубкин. Рубкин в зону эвакуации. Есть, так, отлично. Ребятушки. Да давайте рывком уже. Что тут? Действительно-то. Мять-то причинные места-то зачем? Есть, выдвигаюсь. Продолжить, пока продолжить центр. Не надо нас пока эвакуировать. Штурм 1, вы теряете время. Вот-вот будет ракетный удар. Поспешите. Центр. Не ложите кирпичи в штаны. Мы уже почти закончили операцию. Принято. Двигаюсь к цели. С
все будет пучком. Не нервируйте меня. Как там Бендер говорит? Муля, не нервируйте меня. Ну вот, ребятушки, операция «Непокорный свет» закончена. Прошли мы его рывковым, так сказать, прохождением с первого раза, без единой склейки, перезаписи, перезапуска и так далее. Отлично отработали, все благодаря вашим советам, благодаря, соответственно, тому, что я не расслабился, как во вчерашней... прошлой нашей миссии. Вот. Ну и в принципе общими усилиями достигли того, что я и хотел. Ни одной потери, ни одного ранения вообще. Все отработали просто как надо, все звезды. Продолжить. Впервые вижу, чтобы операция проходила так гладко. Отличная работа! Да, мы с вами согласны, доктор Шень. Супер просто получилось. Я прям аж дар речи потерял. В общем, я рад. Несказанно. Так. Ну что ж, выдаем, соответственно, заслуженные новые звания. Мастер-сержант, злой алкоголик. Поздравляем. Так. Даем мы... ему перк. О, почему бы и да? Готовность ко всему. Смотрите, после выстрела у нас будет вставать боеготовность. То есть, торпеданул ракетой, и хоба, в готовность с автоматом встал. Так сказать, и выстрелил, и нанес урон, и готов ко всему. Практически не подойдешь. Просто так. Не отстрелянным к этому оперативнику. Отлично. Так. Дальше. Следующее звание получает у нас Луис Нильсон. Получила также, кроме звания капрала, прозвище Лиса. Ну, в принципе, оно и подходит. Да. Внешний вид и повадки. Круто. Так, и дадим мы ей перк. Агрессия, конечно. Это же у нас пехота. Так, мастер сержанта получает у нас Чилонг. Приобретенный нами оперативник на операции в Азии. Так, и что мы ему дадим? Профессиональный стрелок, вооруженный, опасен. Что это у нас? Основное оружие получает один дополнительный выстрел или очередь до необходимости перезарядки. Боец также может перезарядить оружие в начале хода за одно действие вместо двух. О как! Типа мы можем перезарядить оружие и потом начать стрелять? Прикольно. Такого перка я еще не видел. Ну и профессиональный стрелок тоже хороший перк. Плюс 10 к шансу на критическое попадание, 10 меткости по врагам в полном укрытии. Ну, в принципе, давайте возьмем вооруженный, опасен. Мне кажется, это круто. То есть у него дополнительный магазин, ему брать не надо, одна ячейка освобождается. И плюс еще к этому можем вначале, то есть отстрелялись, нужна перезарядка, в начале хода перезарядились и дальше еще достреляли. Круто. Так, пехота у нас, блин, вооружена и опасна. Ну, все остальные у нас уже с повышенными званиями, поэтому им еще нужно поднабрать ХП. Ну, отлично. Итак, мы начинаем понимать, когда же один пришелец может изменить землю. Ла-ла-ла. По-видимому, на данный момент угроза устранена. Спасибо, командир. Ну, что ж, пожалуйста. До связи, командир. Так, ну что ж, по запросам у нас тут на запуск спутника и продажи сектоидов и винтовок. Пока это невыполнимо для нас. Так, что еще хотелось мне посмотреть? Мне хотелось еще посмотреть школу офицеров, да. В казармах у нас 87 повышений.
И нам нужно 115-110 минимум до полковника, 115 для расширения отряда. Ну что ж, надо стараться в повышениях, наверное, качать новобранцев, если это будет возможно. Так, давайте напоследок покрутим глобус быстренько. Обнаружен инопланетный объект. Ну что ж, замечен корабль у нас, 16-й наш объект, с которым мы сталкиваемся над Австралией. Низко, маленький размер, разведчик. Давайте вышлем перехватчик, агрессивный. Так, как я вижу, приземлился. Объект потерян. Обнаружен объект. Приземлился НЛО. Нам нужно высылать оперативников. Сейчас я вам покажу, кто у нас на данный момент в готовности. Это у нас тролль. Бамс, так называемый. Давайте по оперативным псевдонимам, если они есть, таких оперативников. Так, Бамс, Компот, Буря, Карго, Ищейка. Это у нас из тех оперативников, которые более-менее в звании. Дальше идет Дэвид Араджу, Кристиан Кинг, Александр Фаура. Ну и спецы и рядовые. Они уже нам нужны только для повышения звания. Можно, конечно, взять новобранцев на эту маленькую разведывательную миссию тарелки, но опять же это может быть критично, если там будут изгои несколько штук. Так, ну что ж, а остальные у нас пока что находятся либо в госпитале, либо просто отдыхают в казармах. Ну, как минимум, как вы видите, 2 дня у нас оперативников до конца отдыха. И остальные с ранением. Что у нас по ранениям? Алексей Чашников ранен, Мирослав Фошников, Виги Карпатский и Тимбивани Муфудиси. Язык же можно сломать. Вот такие вот дела. Ну и вот на этой нотке отличной мы с вами закончим. Что ж, пишите отзывы по данному прохождению, данной миссии, что вы скажете по моей тактике и так далее. Также обязательно пишите пожелания по тому составу, что вы видели на экране, кого взять на данную миссию. Напомню, тарелка маленькая, это разведчик. Она приземлилась, значит, оборудование все целое, кого целесообразно было бы туда послать. Вот такие вот дела, пироги. Ставьте пальцы вверх, соответственно, под этим видео. Как обычно, как вы уже привыкли. Ну и на этом с вами попрощаемся. До следующего раза. Пока-пока.